Прямой диалог с избирателями – лучший способ для депутатов всех уровней узнать о проблемах и чаяниях людей. Во время таких встреч народные избранники получают наказы. На выполнение их во многом и строится работа депутатов. Для депутата законодательного собрания Василия Гвоздева отчеты перед избирателями – давно принятая форма работы. Проводить их парламентарий начал еще во время работы в городской думе. Очередной отчет состоялся в Свияжском районе во время проведения муниципальной недели. Работа в коллективе приносит плоды как для представителей законодательной власти, так и для обычных людей. И многие вопросы стали решаться, потому что само население, сами вот эти социальные группы стали проявлять инициативу. Не просто крышу отремонтировать, а с помощью жителей. Не просто двор благоустроить за счет там, городского бюджета, а с помощью жителей в том числе, да, потому что есть во дворе всегда и электрики, и сварщики, и, так сказать, и просто умельцы на все руки. За 2016 год, благодаря совместным стараниям, принято много законов, которые облегчают жизнь людей. Среди них и закон о рюмочных, и борьба с продажей так называемых фанфуриков. На этом инициативе не заканчиваются. На встречу с Василием Гвоздевым пришли почти 300 жителей округа, в числе которых был глава Ульяновска Сергей Панчин. В условиях на сегодняшний день очень жестких западных санкций, очень тяжелого финансово-экономического кризиса, вы со мной согласитесь, нам удалось стабилизировать и жилищно-коммунальный комплекс. Мы забыли с вами отключение горячей воды. У нас, слава богу, третий год мы проживаем без серьезных техногенных аварий на территории в зимний период, на территории города. Мы расчищаем дороги, мы асфальтируем дороги, и это есть. Но есть и проблемы. Решаются старые, появляются новые. И проще всего донести их до законодательной власти как раз при личном общении. В этом случае у людей появляется уверенность, что они услышаны, а проблема будет решена. Егор Титов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.